Мы находимся в национальный бар Тарас Мухаммад. Экскурсия, она очень богатая. Тут можно посмотреть на этом красотой, где там вода светит разных цветов, меняет цвет во время, ну, как с утра, и днем, и вечером. Также можно посмотреть на этому слово «Аллах» на арабском языке. Следующая будет остановка. Потом мангрово рощево, дерево, которое растет только в соленой воде. Потом разлом Синайский полуостров. И также озеро Желаний или Могучинский залив. А есть ли такие подобные места еще на карте Синайского полуострова? Нет, ну это вот сам читается, то что это самый лучший национальный тут у нас в Шарм-эш-Шейх. А так еще есть национальный там, где там монастырь Святой Екатерины, гора Моисея. Также есть Абу-Галум, где Голубая лагуна. Также есть заповедник Наб. Их несколько, но это вот считается, то, что это самый лучший, самый красивый.